программе «Благоустроен город» на 4 год предусмотрено финансирование в сумме 16 889 340 рублей. В том числе по мероприятиям я быстро пробегусь. Это посадка и содержание цветников на территории города Назарова на 1 млн рублей. Санитарный уборка на территории города, текущее содержание площадей, скверов, газонов, парков на 2 миллиона 112 тысяч рублей. Содержание общественных пространств на 5 870. Выполнение работ по опору учебу содержания иного обращения с безнадзорными животными на сумму 1 миллион 41 400 рублей. Организация проведения коллективных работ мест массового отдыха и посещения населения 10 гектар на сумму 4 миллиона 148 тысяч рублей. Где софинансирование составляет на уровне 90 2023 года. Организация обслуживания городских фонтанов на 280 тысяч рублей, вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города на сумму 296 тысяч рублей, оформление города к 9 мая 90 тысяч рублей, оформление городских площадок новогодним праздником на сумму 2 миллиона 565 тысяч рублей, ликвидация несанкционированных славов на 400 тысяч рублей, обслуживание площадок сбора ТКО и прилегающих к ним территории на сумму 686 рублей, работа по установке и демонтажу деревянных столбов, деревянного подиума и сцены на различные городские мероприятия в течение года в размере 200 тысяч рублей, проведение работ по чернильному оперению льда, ледовоторожного автомобильного моста на сумму 250 тысяч рублей, текущее место захоронения на кладбищах 1 312 500 рублей, дополнительные работы по расширению кладбища на 672 500 рублей, оказание услуг по погребению имеющих супруга, близких, родственников, иных родственников по сумме 50 тысяч рублей. Кроме этого, муниципальная программа предусмотрена обеспечение деятельности МГУ ГХ, обеспечение деятельности МКУ СМК и компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с учетом показателей доступности коммунальных услуг в сумме 2 951 тысяч рублей. В 2024 году для получения субсидий из краевого бюджета мы подаем заявки на участие в следующих государственных программах. Это реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности, утвержденное постановлением края, правительства Красноярского края 30.09.2013 года на 103 по программе модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. Под программу «Чистая вода» и государственная программа Красноярского края «Охрана окружающей среды при производстве природных ресурсов», определено постановлением правительства номер 512. Это программа обращения.